Видео? Да. Итак, меня зовут Джон Коул, я являюсь долбанным фармакологом этого чертового города. Вот. Я потерял свою аптеку, потерял своих близких, но мне удалось найти вот это. Это один из примеров той заразы, которая делает из людей ходячих мертвецов. Если вдруг мне удастся найти оставшиеся компоненты в виде сыворотки и соответствующую лабораторию, в которой я могу поковыряться, я, может быть, смогу изготовить антивирус. Я работал частично над этой. К несчастью, я работал частично над этой заразой. Мне об этом никто не говорил. Я не имел доступа к информации. Моя задача была сделать просто сильное обезболивающее. Это, возможно, часть этого обезболивающего. Храни нас Бог. Если нам удастся, может быть, спасем огромное количество жизней. Джон Коул.